Эрудиция и логика – это главные составляющие игры «Что, где, когда». Так считают организаторы интеллектуальных состязаний, которые состоялись в минувшие выходные в спорткомплексе «Жастар». 250 человек, представляющих 6 городов Казахстана, приняли участие в поединке за кубок акима города Караганды. Подробнее расскажет Аида Ибраева. В интеллектуальном поединке, который проходил в спорткомплексе «Шахтер», встретились участники из 6 городов. Это Ускемен, Павлодар, Астана, Жезказган, Темиртау. Игра «Что, где, когда» организована силами молодежи студенческой организации «Жас-Орда» при КРГТУ, которых поддержал городской акимат и КГКП «Шахтер». 250 человек, участвующих в игре, боролись за кубок акима шахтерской столицы. По словам организаторов, главная цель игры – это развитие интеллектуальных способностей сегодняшней молодежи. Мероприятие проводится для того, чтобы развить интеллектуальное движение в нашем городе. Также это мероприятие проводится для того, чтобы сформировать основной костяк города Караганды по интеллектуальной игре «Что, где, когда». Также это мероприятие приурочено к десятилетию интеллектуального движения города Караганды. Открытый турнир на Кубок акима Караганды – это уже 4-е крупное событие для знатоков нашего города. Как оказалось, желающих правильно и быстро находить верные решения в нашем регионе немало. В свою очередь, участники считают, что способности, приобретенные за игрой, очень помогают в дальнейшей профессиональной жизни. Когда я решил играть еще бытым студентом 2005 года, потому что это очень интересная игра, мне очень нравится в короткие сжатые сроки искать ответы, когда ты не видишь какой-то, идешь по какому-то варианту и в конце видишь, что он не тот, ты быстро переключаешься на другой. Это очень помогает и в жизни. Я работаю юристом. Возрастных ограничений для участия в игре практически не было. Здесь собрались знатоки различного возраста, от школьников до уже взрослых, работающих людей. Для кого-то вопросы показались легкими, для кого-то тяжелыми, но все же организаторы постарались найти золотую середину в подборе вопросов. Сравним искусство с ним. Либо ты двигаешься вперед, либо тебя ждет падение. Не перемудрите. И назовите его одним словом. Время. Кубок, за который боролись около 40 команд, был завоеван астанчанами. Второе место также было отдано знатокам, прибывшим из столицы. Ну а третье место осталось в Караганде. Как считают участники, команды, в которых равное соотношение парней и девушек, имеют наиболее выгодные позиции для победы в игре. Мне кажется, играет лучше команда, где сбалансированы, потому что девушки, у них больше развито интуитивное мышление, а у мужчин логика. И те команды, где смешанное количество, мне кажется, они и добиваются успеха. Аида Ибраева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.